Добрый вечер. Сегодня у нас 17 мая 2015 год. У нас такая погодка со вчерашнего дня. Вчера была буря, а сегодня вот периодически идет дождик. И так прохладненько. Все зелено вокруг. Здесь травка. Видимо, дождь такой прошел, она вся грязная стала. Постирал бабушкины тюльки. У них стиралка что-то не стала стирать. Одну партию простирал. Остальные пришлось домой забрать. Дома постирал вот часть, а еще часть лежит. Что хотел показать, вот там два кота сидят, в смысле кошка с котом. Так вот, вот там две кошки сидят, в смысле кошка с котом. И был такой момент, я такой выглядываю в окно, смотрю, они там сидят на дереве и занимаются любовью. Прикольно так. Сломали ветку, но эта ветка сломана этим ураганом. Но они перестали заниматься любовью, так как там кошак облезлый пошел. Если сейчас продолжит, я попробую поснимать кошачий кекс. Как-то так. Мне не столько любопытно, сколько просто интересно, почему кошки на дереве и еще при всех, чтобы все смотрели. Любовь у них, морковь там крутят. Они лазили вот здесь вот, под тюльками в травке. И потом вот перебазировались на срубленное дерево. Ну как срубленное, остался такой, осталась такая кочерыжка торчащая, ствол. И от него пошли веточки. Вот одну веточку сломало ураганом. Во-во-во. Начинает опять. Любовью занимаются, блин. При всех днем. Не чтоб ночью, чтоб никто не видел. А они днем прям. Сейчас он ее схватит опять за холку. Ухватил. И давай ее наяривать. Во все имеющиеся отверстия. Балдежно. Ну, весна же, в принципе, что. Нашему бокоту еще найти бы кошечку, чтоб он ее также наяривал. Вот было бы прикольно. А то он ходит, бесится и не знает, что ему делать. И кошечки породистой-то нету. Вот так. В общем, прилично они уже занимаются тут неприличными делами. Приличное время неприличными делами. При всех. Даже не стесняются. Ну давай, давай. Чё ты? Ржачка. Ладно, не буду котов стеснять. Пускай занимаются своими делами. Спугнули котов от ихнего дела. Два хулигана подошли и плевали всю машину. Вот не больные ли дети? Кошмар просто какой-то. Ну, продолжение кекса, банкета. Ну ладно, пусть занимаются своими делами, не буду их отвлекать. Вот хотел еще показать. Мне так фраза эта пришла на ум. Мавр сделал свое дело, мавр ушел. А дамочка осталась ждать своего воздыхателя. Вот такая вот кошачья любовь. Все, всем удачи, счастья, здоровья, жить богато, радуйтесь, смейтесь. Погодка у нас, конечно, не ахти. Было ветрено, сейчас уже ветра нету. Повесил очередную партию, сушится тюли. Все, всем удачи, счастливо.